В Башкортостане разработали дорожную карту по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Ее на заседании президиума регионального Кабмина представила министр образования республики Гульнас Шафикова. По замыслу авторов, новая программа позволит к 2020 году серьезно сократить количество правонарушений среди малолетних. Здесь расписаны все ответственные, все показатели, которые мы должны достичь. Если на сегодняшний день 59% выявленных детей с правонарушениями позже снимаются с такого контроля, то мы должны достичь более амбициозных цифр. И уже из выявленных детей, а у нас их на сегодняшний день 9401 ребенок, то мы должны сделать так, чтобы из них 62% возвращались к нормальной жизни и уже больше никогда не совершали правонарушений. Основой достижения поставленных целей, по мнению авторов дорожной карты, должна стать профилактическая работа. В нее планируют вовлечь все профильные министерства и ведомства. Глава правительства Рустем Марданов заявил, целевые показатели новой программы слишком консервативны. Он попросил продумать возможности их увеличения.